Итак, короче, вот так вот как-то я сейчас на вершине башни ассасинов. Впереди находится Колизей, но наша цель не он, вон наша цель, подсвеченная красным флагом, развивающимся на ветру. Это дворец Ватикана, ёпта. Нам сейчас туда. Мне как-то стрёмно прыгать. Но я всё же прыгаю! Чего я получил? Какой 5-й уровень? Так, надо поставить маркер, чтобы не ошибиться. Это здесь. Криво? Ну ладно. Сойдет. Где моя верная лошадка, конь, жеребецка? Лошадка, конь, жеребец. Один свисток, и ты здесь. А он даже палец в рот не положил. Вот, о чем я вам и говорил. Конь, бегающий по зданию. Ладно. Вперед! Не Эндиаму, а вперед, я сказал. Так. На коне, конечно же, быстрее, чем пешком. О, я, кажется, нарвался. Они все роняют почему-то, я не понимаю, почему. Девушка! Блин, что-то промахнулся. Ага. Ого! Ой, как я скрючил-то. Ну все, это я типа предел. Не ржи! А то ржи не получишь. Так. Вот, значит. Там должен быть вон он, мост. Потому что нигде пристани нету. Этой пристани приставучейся. Поэтому мы просто заберемся наверх. То есть, какой вверх? К мосту. Еще какой-то верх придумал. Вообще. Прости. И это я. Я, а я нет. Так. Теперь надо спокойно спуститься вниз, не привлекая внимания. Я буду шустр как ниндзя и пчел как вода. Черт, на печенка болит, когда я так прыгаю. В чем секрет, не знаю. В чем секрет? Ух ты, запретная зона как бы. О, я попал. Да, я опять все-таки искупался. Ну да. Купаться. Ух ты, а уже можно зацепиться. О да, вы... Ура! Отлично. Монашки! Ух ты! Погоня! Вход! Тихо-тихо-тихо! Мы внутри, на территории запретной. Ой-ой-ой, боюсь. Пока! Ладно-ладно, хорошо-хорошо. Вы хотите сражаться? Опа! Он кашляет. Все. Блин, я хочу прикольный трюк совершить. Да. Я хочу запрыгнуть на лестницу. Во. I did it. А what's next? Ага. Вот ты где. О, да. Блин, жалко, я не коу. Хотя... Упс, а ты меня не видел. Так. А неужели нет другого способа туда забраться? Хм. Ладно.
Ой. Флагборд GA. Ого. А в прошлый раз мне не получилось разобраться. Не знаю, в чем прикол. Ага. А чё, я ага какой-то. Так. Мне нужен способ проникнуть в секретный объект. Ага! Чё я гаку опять не понимаю? Ладно, в принципе, я сейчас умру. А нет, я могу спуститься. Ай. Вот лестница, чтобы если упал, то можно забраться обратно наверх. Он меня, походу, не заметил. Ассасины на пол! Ай! Ай! Он кусается! Kill them all! Yeah. Так. Покойся с миром, а точнее иди. Так. Надо забраться туда. Это невозможно, но я все равно заберусь. Ладно. Again, как говорится. О, да. Я вспомнил, как это. Вот так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А это разве не тупик? Еще как. Блин, это все те же самые ошибки повторяю. По травке. Так, вот что. Я, кажется, понял, в чем секрет. Я украл вчера обед. Вот. На картину надо забрать. Ого! Ага. Шет. Что-то я как-то туплю, по-моему. Ой-ой. Ага, вот как надо. На самом деле я опять тупанул по-жесткому. Ого, как меня плющит-то. Так. Он меня видит. Прикол? Я его тоже. Я его тоже прикол. Так. Там нужно найти якорь. Тьфу, блядь, какой якорь. Ту-ту-ту-ту. Позвал собачку. Ну все. Пизда мы его сыграли. Кто упадет? Кто упадет? Кто же упадет, да? Нет! Вот он. А он его расстрелял. Так, ладно. Посмеялись и хватит. Вы не ждали, а мы приперлись. Так. Где мой якорь? Вот я потерял бабушку на дне рождения. Вы ничего не видели. Захвати цель. Бабуины, ёбаные. Так. Хорошо, хорошо. Все просто отлично.